Здравствую. Саламатсызбы. Мінекі балалар төрт бала, оның ішінде. Күтпейміз ба? А? Сәрі Исраилович. Да, күтейік, да, Хамраев келу керек қазір. Шетол. Адема жерелмен жатыр жұмысын. Мен бағана құра алмадым, көп білдей не болған. Жарты сағат бойы отырдым, қақырайынды. Потом. Но бір баланың жұмысы ма немене? Жоқ, әр баланың қой әр түрлі. Қазір айттым. Тапсырмағалай. Я жазылмаған қазір мен жазып көрейінші. Олардың аттарын. Аттарын айтсаз. Құс тапсырмағандай, обложка жасау ма? Жоқ. Қазақ тілі ғой? Қазір мен бұларға несін жазып жеріңдер деген жазбапты ғой қазір мен нелерін. Так, бұл жібек, так, Шырайлы жібек. Жібек. Бұл қазір Рахим Нұхат. Пока на Исаак Исраиловичқа жазайын, е? Я мен оғанда жазып жердім, бірақ білмейм, көрмей жатыма. Жазып көре салшы, пожалуйста. Мен пока мыналарды қойғанымша. Әлде маньяқ жібермей атыр кен? Білмедім. А, білем қазір. Құсы, WhatsApp-пен жіберді ма, почтаға жіберді ма? Несі болмай жатыр, связь болмай жатыр. Ол жасаған, не, WhatsApp-пен көріп отырды мұна жерде. Бірақ, не, жіберуге не болмай жатыр. Связь болмай жатыр. Қазір жіберем деп атыр ғой. Білмейм, қазір жіберсе жақсы болар еді. Но вирус деген бір пәле болды ғой. Төртеу ғана қатысты ғой, экзаменге. Төртеу, да. Төртеу қатысты. Ана қалсар, түсінбедім қаспады. Ал кім Мадина неге қалып? Ой-бой. Жазға қалыпты. Жазға қалып дейді.
Енді қазір кім не дейді? А? Шай не отвечает. Не отвечает. Жауап бермей. Маған да жауап бермей жатыр. Айта берейік онда. Қазір мен оған звонок тастадым оған. Аха. Жұмыста отырсыз ба? Нет, не дейм ғой, үйге. Жұмысқа неге бізге рұқсат жоқ әлі? Рұқсат бермеді ме? Да, әлі рұқсат берген жоқ, анау не здание үлкен ғой. Көп адамдар дом издательств деген. Білетін шығарсың. Да, иә, сондықтан до конца месяца отырасыңдар деді ғой. Әдемі жіберді ма жібермеді ма түсінбей отырмын. Қазір тағы да неге почтаға кіріп көрейінші. Әлі жіберген жоқ. Тапсырма қалай болды? Ә? Тапсырма. Задание. Мына жер, ой, бұл мен нені жазып қояйын енді, все, баста берек, иә? Қазір. Идет уже? Идет па? Мен пока не етпеп едім. Маргайт жатыр. Я запись. Запись идет уже. В общем, мен айтайын дегенім. Задание былай болған. Биыл 170 жыл ғой Абай Құнанбаев Абайдың. Соған қарсы обложка переплета кітаптың обложкасын сол кісіге арнай шыққан кітаптардың обложкасын жасау. Вот, объемы форматы 84/108 1/32, объем 10 печатных листов. Мынау балаларының жасағаны. Мінекей Шыра Жібек, Рахим Нұрхат, Баян Қуанғалиева. Ал енді әдемі, мінекей сетшел жүре алмай жатырмын деп, просто жай смс келді, даже WhatsApp емес, просто смс келді. Соны енді мен кімге, Камила Қайратовнаға жазып жібердім, ол айтты, принимайте, как есть, деді. Ну вот. Принимать эти беремыз. Хорошо. Енді, мынау Шералы Жібектікі, Нұрхаттікі, Қуанғалиеванікін көріп жерді өзің пікіріңді айт. Бұлар қазақ группасы ғой, 17-12. Бұлар алдын ала не ұлда, тексті бәрін алдын ала дайындаған шығар, иә, мынау нелерді момент. Нет, дайындаған жоқ оларға. Мен оларға только жазып жердім, не айтқаным, формат. Форматты, размерін біліп алыңдар. Қандай формат, чтобы ертең отырған уақытында, компьютердің алдында жанталасып, не, жұмыс істейсіңдер. Сосын Абай туралы болады дедім. Бірақ не болады Абай туралы? Плакат па, кітап па, олар білмейді. Просто мен Абай туралы, Абайдың юбилейін туралы жасаймыз печатный издание дедім. Бізде печатный издание ғой, не ғой, басылым ғой. Жақсы, түркі, Нұрхаттікі, жақсы неғам. Екі бір түспен шығарған, е, почти. Бір түспен ғой енді, да. Оғанына пайдаланып, жақсы идеясы, суретінің бәрін. Енді 20 минутын арасында не істейді бұлар? Да, иә. Кімдікі де, бірақ ана суреті онша анық емес, е, қақ не сияқты оқапты. Кім? Жібектікі. Жібектікі, да. Так, қаққа сонда қанша қойын? Қаққа жақсы. 90, 95. 90 қойын ба? 95 қойын ба? 95. 95. 95 деп қойын. Так. Ал жібекке? Жібекке
Сурета что-то мало, он сейчас корнбит, значит, как негатив всяк корнбит, да? Я сурета за стенами я не успел, но брат-то маган мужердо на обтрагано то, что этот не с артна информация бер люгургенкшкине, а? Цвет-то там гау не с жахса дин, да, казах стиле вар. А, да, я извиняюсь, что я произошел, я выходил просто. Ага. Хорошо, да, я вас... Так. Косылда. Да, косылда. Этот. Енді айта беріндер. Айта, аз... Это... Мария, айлы өзім мненіңді айтшы жаңа айтқаныңдай. Я, на, кім... Жібектікін жаңа талқылап жатқанбыз. Жібектікі вот несі қазақ стилі бар, бәрі жақсы орналасқаны. Жақсы оған да 90 қойсаңыз болады. Ал баяндікі что-то сөздер үлкен-үлкен. Надписи. Композиция. Не жоқ, да? Композиция нарушена, да? Да, композиция жоқ. Но может қырқылып кетуі мүмкін жазу. Тым шетке жақын екен. Я вообще істеген ойламаған. Ал үлкен-үлкен. Слово из, знаете, автор гайса, не с гайса, ксюксус. Ну, пока это, Исхак Исраилевич. Да, да, да. Угу. Ну, с этим вы как, согласны? Например, я согласен, да. Это Рахим Нурхатка, вот, когда вот вас не было, да? Угу. Мария, кайша койдан? 90... Без койдын. 95 койдын. Вы согласны с этим, нет? Да, я согласен, в принципе, да. Да, да. То есть получается, Рахим Нурхат 95, Жибек 90, да, а Баян... Вы говорите, что жақсыма, мысалы, на обложке, где қалай қарайсыз? Искалит Раилович. Ну, да, но мне больше нравится, у Жибек нравится больше, конечно, вот, но по графичности, по понятности, как бы, ну, у Нурхата он, как бы, он выигрывает. Потому что он хорошо выделил 175-й Абай Кунанбаев именно, то есть такую отдельную вот, компоновку. А у Жибека у него хорошо видно, что она орнамент хорошо сделала. И вот мне нравится то, что она правильно скомпоновала шрифты, ну, надписи. Да. Вот. Вот в том-то и дело, что Жибек все-таки лучше выигрывает, именно как это, как обложку, да, правильно она сделала? Да, да, да. Да. Ну, то есть... Наверное, то есть в каких-то моментах у Жибека она выигрывает. То есть именно в компоновке, в аккуратности. Если, допустим, отправлять в печать, то, естественно, допустим, вот у Жибека у нее ну, намного лучше просто будет и выгоднее смотреться. Единственное, у Нурхата, что в чем он ошибся, тем, что он раздробил. Он Абай, Кунанбаев 175 раздробил. Да, да, да. Абай, Кунанбаев раздробил. И потом посмотрите у Жибек вот эмблемку, как она поставила. Да, 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 да. Основной она сделала акцент на Абая, да? Да, что? Да, да. Угу. Это вот главная фигура, типа. Может быть, Жибек поставим 95? Да, я согласен, что давайте поставим Жибек 95, а Нурхату ну, поменьше. Потому что у Жибек, у нее, то есть книга то есть, хорошо продавалась бы лучше у Жибек. Чем у Нурхата. Ну, потому что у него... Да. Потому что у него именно как бы портрет Абая и, допустим, вот этот скос угловой, они композиционно равнозначно смотрятся. То есть, и они спорят. Да. Вы правы в этом, да. Тогда, значит, это Нурхату 90 ставим, да? Да, да. А 95, да? Да. А Баян? Ну, Баян, ну, не знаю, ну, как, если 85, может быть. Да, наверное, потому что очень слабенькая, да? Да, она слабенькая. Совсем слабенькая. Не, просто как дежурная какая-то обложка получилась у нее. Ну, нет, у нее даже не то, что дежурная, у нее именно что проблема, что проблемы с массами. Да, да, то компоновку вот... она просто накидала, я поэтому говорю, что дежурная, накидала, а не посмотрела общую, как это будет смотреться, компоновку, соразмерность, да? Да, 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 то есть именно проблема в композиции у нее очень большая. Да, большая проблема в композиции.
Значит, ей ставишь сколько? 80? Давайте 80, да. Да, 80. Мария, согласны, да? Да, согласна. А теперь смотрите, а с Адемой что будем делать? Она сделала, но не может отправить. У нее связи нет, она просто смс-кой, вот обыкновенная смс-ка же есть же, которая работает. Отправила. Утром я видела, она на WhatsApp сидела, работала. А отправить не может, связь нарушила. Она же далеко, там, в Актау, далеко в поселке. И теперь что мне делать? Подождать ее, когда она мне вышлет? Да, может, я думаю. Может, мне бірге обсуждать и тем, что он может оған дейін жіберіватса. Да, если... Может, то болады ол қазір екіде. После, соны, сол кезде обсуждать и тек, сол кезде дейін жіберсе. Когда вот не болғанда, да? Как его? Русская группа. Вместе с русская группа в 3 часа же, в 3 часа. Это сейчас... Да. Тогда... 2:10 русская группа? Нет, новое расписание же отправили. Сейчас я скажу. Вот у меня расписание новое стоит. 3:15. Это... Какая группа, да? Студенты, да. Знают, да? 3:15. И это... Исхак Исраилович, я хочу вас пригласить, потом отправлю вам, да? Когда будем... Хорошо, обсуждать. Давайте. И вы посмотрите. Что, ничего страшного же, наверное. Что ж, это человек... И я нормально. Ага. Все, спасибо тогда. Хорошо, спасибо. Ага. Давайте, да. Спасибо. До встречи. До встречи. Да, 3:15, да, тогда встретимся. А? 3:15, с вами 3:15, у нас экзамен 3:15. Хорошо. Обсуждение потом мы это отдельно скажем. Хорошо? Хорошо. Хорошо, спасибо. Давайте, спасибо. Ага, спасибо.